Ассалому алайкум бинандаҳои азизу гиромӣ, ин барномаи иттилоотии ахбор аст аз телевизиони Тоҷикистон. Дар студия бо шумо ёр Муҳаммад Самад. 8 май дар шаҳри Москва Асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, Пешвои миллат, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо Президенти Федератсияи Россия муҳтарам Владимир Путин мулоқот карданд. Дар рафти мулоқот маҷмӯи масъалаҳои мубрами, муносибатҳои, ҳамкорӣ ва шарикии стратегии ду кишвар, ҳамчунин масъалаҳои алоҳидаи вазъияти байналмилалӣ ва минтақавӣ мавриди таваҷҷӯҳи тарафайн қарор доштанд. Уважаемый Мулла Шариф, я очень рад вас видеть. Мы в этот раз приехали в связи с Днем Победы и находимся в России и в качестве президента Таджикистана, и в качестве главы ОДКБ, потому что в этом году Таджикистан возглавляет нашу совместную организацию. Это наш общий праздник. Спасибо большое за то, что вы нашли время и поехали. Я знаю, что в годы Великой Отечественной войны почти треть всех таджикистанцев, которые ушли на войну, назад домой не вернулись и погибли. Очень много и героев Советского Союза из Таджикистана, полных кавалеров орденов славы. И знаю, что вы лично относитесь к этому празднику как к святому празднику и все делаете для того, чтобы в Таджикистане об этом всегда люди помнили. Это наша совместная победа, это наш общий праздник. Конечно, в ходе визита будет возможность поговорить и о двусторонних отношениях. Мне очень приятно отметить, что Россия остается основным торгово-экономическим партнером Таджикистана. Правда, товарооборот немножко упал в связи с пандемией, но уверен, есть все основания полагать, что он будет восстановлен и будет развиваться. У нас хорошие проекты. Безусловно, важный вопрос, вы всегда его поднимаете, вопрос трудов мигрантов. Знаю, что это вопрос чувствительный для Таджикистана. Мы все делаем для того, чтобы люди себя чувствовали комфортно, тем более, что реально рабочих рук у нас в настоящее время не хватает в целых отраслях экономики. Ну и достаточно большой объем для поддержки семей, люди направляют из России к себе домой. Я считаю, что это абсолютно положительный процесс. Что касается региональных вопросов, то Таджикистан в этом году еще и проводит саммит Шанхайской организации сотрудничества, возглавляет эту организацию в течение года. Все, что зависит от нас, от России, мы будем делать для того, чтобы поддержать вас в этой работе. Ну и, наконец, конечно, очень важным являются вопросы безопасности в регионе в связи с событиями, которые происходят в Афганистане. Таджикистан имеет самую протяженную границу с Афганистаном. Я знаю, что вас эта ситуация очень волнует. Само собой разумеется, это обоснованная озабоченность. Мне очень интересно узнать ваше мнение по поводу того, как вы видите развитие событий. Мы со своей стороны делаем все для того, чтобы поддержать вас в Таджикистане на функционирование 201-го. База российских вооруженных сил. Мы работаем над ее укреплением, над укреплением таджикских вооруженных сил. У нас существует совместная работа по этому направлению. Программа целая, рассчитана на несколько лет. И мы будем делать все для того, чтобы она своевременно выполнялась. Я очень рад вас видеть. Большое спасибо, уважаемый Ильич. Во-первых, еще раз большое спасибо за приглашение. Прежде всего, хотел бы поздравить вас и весь русский народ России с великой победой. День Победы – это светлый праздник нашего народа. Таджикско-российские отношения сегодня динамично развиваются во всех сферах сотрудничества. Россия наш главный торговый коммерческий партнер, укрепляется
связи культурно-гуманитарной области. Особо хотел бы отметить наши тесные взаимодействия в сфере безопасности. Наши отношения развиваются в рамках СНД, ШОС и ОДКБ. Сегодня, уважаемый Владимир Владимирович, готов обсудить с вами наши сегодняшние и общем будущее наших двусторонних отношений, а также международные и региональные вопросы, которые точно затронули. Прежде всего, вопрос безопасности, сейчас регионный вопрос номер один. С учетом заявления США о выводе войск, практически они уже больше половины вывели, и объявление обстановка внутри Афганистана резко обострилась. Мы имеем самые протяженности границы с Афганистаном, это почти 60% от общей границы бывшего Советского Союза, значительно более Таджикистана. Вы знаете, что с очень сложным водным прилетом. Большое спасибо, я знаю, что и за приглашение участвовать как председатель ОДКБ, участвовать завтра в параде. Ну, также хотел бы проинформироваться, как председательующий юбилей сам начался. Подготовка идет полным ходом. Мы с вами еще хотели некоторые детали обсудить. Ну и также готовиться к проведению саммита ОДКБ. Зимни бараси масъалаҳои муносибатҳои дуҷониба ба робитаҳои ду кишвар дар соҳаҳои тиҷорату иқтисод, сармоягузорӣ, гуманитариву фарҳангӣ ва амнияти аҳамияти хоста зоҳир карда шуд. Пешвои миллат аз ҷараёни рушди ҳамкориҳои Тоҷикистону Россия дар самтҳои зикр гардида изҳори қаноатмандӣ намуда, таъкид карданд ки Федератсияи Россия шарики асосӣ ва муҳими тиҷоративу иқтисодии мо боқӣ мемонад. Бояд зикр кард ки ҳаҷми мубодилаи мол миёни кишварҳои мо дар соли 2020 сарфи назар аз мушкилоти вобаста ба пандемияи COVID-19 қариб 1 миллиард долларро ташкил дод. Ҳамзамон бо ин, зарурати дар заминаи имкониятҳои мавҷуда такони тоза бахшидан ба ҳамкориҳои ҷонибҳо дар арсаи сармоягузорӣ бо дар назардошти талаботи бозори Россия, зиёд кардани ҳаҷми содироти меваю сабзавоти босифат ва аз лиҳози экологии тозаи Тоҷикистон ба он махсус қайд гардид. Дар рафти вохӯрӣ дигар ҷанбаҳои мубрами ҳамкориҳои ҷонибҳо, аз ҷумла дар соҳаҳои муҳоҷирати меҳнатӣ, алоқаи ҳавоӣ бо таъкиди аҳамияти зиёд кардани хатсайрҳои ҳавоӣ миёни ду кишвар, ҳамчунин рушди ҳамкориҳо дар соҳаи тандурустӣ, бахусус дар самти мубориза бо паёмадҳои коронавируси нав ва рафти татбиқи барномаҳои ҳамкориҳои низомию техникӣ муҳокима карда шуданд. Дар мавриди баррасии масъалаҳои вобаста ба ҳамкориҳои ду кишвар дар соҳаи амнияти, ҷонибҳо зарурати таҳким бахшидани муборизаи муштаракро алайҳи зуҳуроти хатару таҳдидҳои глобалӣ, бахусус терроризм, экстремизм, қочоқи маводи мухаддир ва дигар шаклҳои ҷинояткори муташаккили фаромилӣ таъкид карданд. Зимни мубодилаи афкор атрофи вазъияти байналмилалию минтақавӣ, ҷонибҳо ба ҳолати имрӯзаи вазъ дар Афғонистон таваҷҷӯҳи хосса зоҳир карданд. Сарвари давлати мо ҷараёни рушди вазъиятро дар ин кишвари ҳамсоя, бахусус пас аз изҳороти ҷониби Иёлоти Муттаҳидаи Амрико дар хусуси баровардани нерӯҳои низомиаш аз қаламрави он, таассуфбор ва сахт нигаронкунанда арзёбӣ карданд. Дар ин зим, Президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зарурати таҳкими ҳифзи сарҳадоти Тоҷикистону Афғонистонро, ки марзи ҷануби Иттиҳоди Давлатҳои Мустақил ва Созмони Аҳдномаи Амнияти Дастаҷамъӣ ба шумор меравад, таъкид карда, ҷиҳати татбиқи амалии қарорҳои дар ин ҷода қаблан қабул шуда изҳори умед намуданд. Дар ҷараёни суҳбат, ҷонибҳо ҷиҳати ҳолати ҳамкориҳои бисёрҷонибаи ду кишвар дар чорчӯбаи созмонҳои байналмилалӣ ва минтақавӣ ибрози андеша намуданд. Маврид ба зикр аст, ки Тоҷикистон соли равон давраи раёсатро дар созмони ҳамкории Шанхай ва созмони аҳдномаи амнияти дастаҷамъӣ ба уҳда дорад.
در رابطه با این پیشوای ملت به حیث رئیس عملکننده این دو سازمان با نفوذ منطقوی پرزیدنت فدراسیای روسیه را از رفت تطبیق چوربینی های به نقشه گرفته شده بخصوص آمادگی ها به سمیت این دو سازمان که سال جاری در شهر دوشنبه برگزار میگردند در جریان گذاشتم. در ملاقات پرزیدنت های تاجیکستان و روسیه همچنین مسئله های دیگری منطقوی را مورد بررسی قرار دادند. در این زمینه سرور دولتی ما اطراف رویدادهای روز 29 اپریل سال جاری در مرز تاجیکستان و قرقیزستان به عمل آمده سخن کرده موقع ثابت دولت تاجیکستان را جهت بارهای صلح و مذاکرات حل و فصل نمودن همه مشکلات موجوده تاکید نمودند. در فرجام صحبت که در فضای همدیگر فهمی کامل و حسن تفاهم صورت گرفت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امومالی رحمان از پرزیدنت فدراسیای روسیه محترم ولادیمیر پوتین جهت انجام دادن سفری رسمی به تاجیکستان دعوت به عمل آوردند. دعوت مذکور از جانب روسیه با خوشنودی پذیرفته شد و مهلت سفر توسط راه‌های دیپلماتی معین کرده می شود. بیننده های عزیز و گرامی، این بود نشر نوبتی برنامه اطلاعاتی اخبار از تلویزیون تاجیکستان. سلامت باشید.